В Доме поэзии прошел творческий вечер художника-писателя Саида Тихилова. Там же открылась выставка живописца. Публике представили серию картин, которые раньше нигде не выставлялись. Экспозицию видела и Бария Тубрынская. Знаки на камне, свойства металла, знаки на дереве. Серии последних лет известного мастера слова и кисти Саида Тихилова, выставленные в галерее театра поэзии, никогда раньше не экспонировались. Необычный, даже на фоне своих самобытных коллег, Саид Тихилов рассказывает о идее выставки просто. На самом деле, что может быть проще, чем говорить о самом главном? Ассоциируя эти знаки, их метаморфизируя, я хотел как бы создать серию таких графических работ, связанных с как бы с рукописью, со знаками. То есть не сам знак, а ее значимость какая-то. Работы Тихилова не для быстрого ознакомления и скорых оценок, а торжественная часть вечера и выступлений именитых гостей создали атмосферу праздника для многочисленных посетителей. Его направление, которое он выбрал, то, что он нравится, то, что есть поклонники этого современного искусства, видно потому, как вы все пришли и радуетесь его творчеству, поздравляете автора. У него огромный потенциал. Потенциал оценили по достоинству. Курбанали Магомедов пообещал, что Союз художников выдвинет автора на звание «Заслуженный художник Дагестана». Саид Тихилов, сознательно отказавшийся от копирования предметов декоративно-прикладного искусства Дагестана, создал новые эмоционально насыщенные произведения, а манера исполнения и свежесть взглядов вкупе со смелостью реализации впечатляют многих. Это очень мало вещей, которые именно работ, которые именно о нас. Все как-то около того, все как-то в другую тему, все как-то о высоком и о глобальном. И очень мало людей, которые творят именно о том месте, где мы живем. Он смел в том, что он не идет на поводу конъюнктуры или чего-то. Он делает то, что он считает нужным, он и делает. И этим он прекрасен. Этот вечер продолжился в зале театра поэзии. Студенты актерского факультета ДГУ представили притчи, написанные разносторонне одаренным автором. А сам Саид Тихилов ответил на многочисленные вопросы собравшихся. Бария Тубрынская, Селим Таджибов. Время новостей.